фигуранта дела 2 мая не обменяли. Евгений Мефедов возвращается в СИЗО. Об этом на странице Facebook написал адвокат россиянина. Отмечу, что все 74 украинских военнослужащих вечером 27 декабря прибыли на территорию Украины. А вот так называемым ЛНР и ДНР передали 237 фигурантов террористических и сепаратистских уголовных производств, хотя договаривались о 306. 40 человек освободили, а еще 29 отказались быть переданными боевикам. Кроме того, на временно оккупированную территорию не доставили как минимум 15 граждан России. Президент Украины заявил, что их будут менять только на украинских политзаключенных. Сегодня не отдали жодного россиянина и больше 15 граждан России, которые сегодня пребывают в украинских тюрьмах, должны быть спрямованы на то, чтобы вернуть домой Сущенко, вернуть домой Сенцова.